окно снимаешь, да. В кине надо срочно рассказать о том, что теперь у меня Ямаха. Как в мультике. Однако во время пути Ямаха могла подрасти. У нас продолжает полоскать дождем. Мы сейчас находимся в Панаме. Мы оформили все необходимые документы на Ямаху для перехода через Альпы. Через море, в Колумбию. Завтра в 8 часов утра нам нужно быть уже на погрузке. Вот. Сейчас мы находимся в славном городе Панама, в стране Панама. Вот. На улице Панама, в Панаме. В Панаме, да. Вот. Ну, что еще сказать. Закончился у нас второй этап нашего пробега. Вот. Проехали мы уже 24 тысячи километров. Проехали почти весь континент. Все США, всю Центральную Америку. Мы сейчас продолжаем двигаться в сторону Южной Америки. Оформили документы. 75 километров нам теперь в сторону порта нужно доехать. Ну, еще столько. Два дня будем сушиться, приводить себя в порядок. 15 дней каждый день ехали. Каждый день. Дней 7-10 нас полоскало. Просто по колено. Надо привести в порядок мотоцикл, себя, снарягу. Потому что дальше еще это нам сильно понадобится. Молнии сверкают. Поехали. За 15 дней мы проехали. 1011 или 12? 12, да. 12, да. Вот. Продолжает нас полоскать. Вот. Сейчас картина вот такая. Жаль, конечно. Картину вот такую нужно было снимать 15 минут назад, когда было по колено. Ну все, мы поедем. Порт, уже в порт. Завтра у нас погрузка мотоциклов. Так, что еще? А, ну сегодня ехали почти сутки. Вчера ехали целый день, сегодня ехали всю ночь. Сейчас сколько времени? Три. Три часа мы еще не спали. Сейчас поедем отдыхать. Ну что, все. Ha ha ha.